В областном центре с прошлого года приступил к реализации проект «100 дворов» по благоустройству детских площадок и футбольных полей. Стоит отметить, что данный проект реализуется в соответствии с предложениями кооперативов собственных квартир и жителей многоэтажек, а также частных секторов. Но некоторые площадки, по словам горожан, не обновлялись со дня ввода в эксплуатацию, а сломанные конструкции представляют угрозу для здоровья детей. Моя коллега Аружан Эркинбек ознакомилась с ситуацией. Как отмечают ответственные лица, во дворах жилых многоэтажек и частных секторов в рамках проекта благоустройства 100 жилых дворов от РАО строятся новые детские площадки, а также асфальтируются дороги и расширяются парковки. На реконструкцию площадок было выделено 6,8 миллиардов тенге. В этих целях в 2022 году было освоено около 1 миллиарда тенге, а в текущем году планируется освоение 3 миллиардов тенге. Бұл жобаны жүзеге асырудың себебі ең бастысы бұл халықтан жалпы өте көп. Самое главное в реализации этого проекта – это то, чтобы был приятный отдых во дворе жилых домов взрослым и детям. Для того, чтобы создать условия для вечернего времяпрепровождения и игры детей, была предусмотрена реализация проекта «100 дворов». В рамках этого проекта модернизируются спортивные, футбольные поля, детские площадки, а также внутренние дороги, расширение парковок и подключение ночного освещения. Отсутствие детских качелей, горок, к тому же сломанные конструкции. Такая картина сегодня наблюдается и на игровых площадках города, что не может не вызвать беспокойства местных жителей. Эта игровая площадка расположена по улице Сатана Шуриева. Играть местной детворе здесь небезопасно. Игровые конструкции, установленные очень много лет назад, находятся в плачевном состоянии. И, похоже, одним ремонтом дело не исправить. Требуется полное обновление детской зоны. В этом направлении в зоне частных домов строительство площадок не предполагается. Но в связи с большим количеством заявок, акиматом города сейчас выделяются соответствующие средства и проводятся тендерные процедуры. На ремонт и обслуживание этих дворов выделены средства, и эти работы будут проведены после определения подрядчика. То есть то, что я скажу людям, так это то, что городской акимат приступает к работе постепенно. И также работа будет осуществляться постепенно, как и планировалось. Пожалуйста, будьте терпеливы. Стоит отметить, что проект включает в себя восстановление и расширение проездов и пешеходных дорог, жилых дворов, установку ночных фонарей, а также устройство детских игровых площадок и мини-футбольных полей. Кроме того, в рамках проекта благоустройства 100 жилых дворов в течение этого лета планируется построить еще 30 спортивных площадок. Аружан Эркинбек, Алихан Танатов, телеканал Атырау.